Звезды на льду по-самарски 19 апреля пройдет финал второго сезона проекта «Горячий лед». Вместе с профессиональными фигуристами на площадку выйдут новички, музыканты, бизнесмены, артисты. На одной из репетиций побывала Юлия Север и оценила, насколько участники проекта готовы к финальному шоу. Глядя на Дмитрия, не каждый поверит, что на коньки он стал всего несколько месяцев назад. Многочасовые тренировки, советы опытных наставников – и вот результат. Начинающему фигуристу даются поддержки, кручения, проходки, пусть и не всегда. Время, чтобы отработать элементы, еще есть. В эту среду пару примет участие в финале проекта «Горячий лед». Мы репетируем в последнее время два раза в день. Мы проводим где-то минут 40-час на общей физической подготовке, растяжка связок, которые у меня не растягиваются. Как следствие, больные все суставы. Вообще мне как бы с Дмитрием поначалу было не просто кататься, так как он действительно ни разу не вставал на коньки практически. А сейчас просто? В данный момент я хочу сказать, что если бы он был спортсменом, с ним очень интересно работать, у него амбиции, он все доводит до конца и очень темпераментный спортсмен. Проект «Горячий лед» уникальный для Самары. Это уже второй сезон. Медийные личности в связке с профессиональными фигуристами. Всего 9 пар, 9 представлений. Тренировались 2 месяца. Хореография, растяжка, ОФП. Сами участники уверяют, их результаты приятно удивят зрителей. За 15 тренировок люди, которые никогда не стояли на коньках, осваивают это искусство фигурного катания и показывают определенный результат. То есть это история о том, что человек не мог, но приложив усилия, он смог. И я думаю, что это должно вдохновить людей. Финал проекта «Горячий лед» пройдет 19 апреля на катке «Ай-Сити» при информационной поддержке телерадиокомпании «Губерния». Юлия Север, Вячеслав Потоцкий, Новости Губернии.